Всем привет! Я Вера Шатак, лондон-мама. Я учу детей музыке и пению и покажу вам сегодня мою распевку. Поехали! Начинаем! Сначала мы начинаем с того, что тянемся до самого неба, до звезд, встаньте на носочки, тянемся. Молодцы! Отлично! И медленно идем теперь вниз. Нашли голову, ага, идем дальше вниз, нашли ушки. Для пения нам нужны уши тоже. Мы же когда поем, слушаем друг друга. Дальше горлышко, вниз пошли. И давайте похлопаем прямо все тело. Помассажируем плечи вверх, плечи вниз, плечи вверх, плечи вниз. И дальше идем, прохлопываем. Вниз коленочки и дотянулись до самого низа носочки и пошли вверх. И нашли живот. Живот нам нужен для того, чтобы дышать. Руки на живот кладем и делаем 3 вдоха резких, чтобы поднять энергию. Готовы? Давайте. Еще раз. Отлично, еще раз. О, хорошо. И теперь давайте вдохнем глубоко-глубоко. Руки на животе, потрогайте ваш живот, как он надувается. Давайте на 4 счета дышим. Раз, 3, 4, выдыхаем. Надуваем живот. 3, 4, выдыхаем. И последний раз. Дышим. 3, 4, выдыхаем. 4. Отлично. Идем теперь вверх. И нашли наше с вами горло, горлышко. А внутри кто у нас там живет? Правильно, голос. Голос, голосовые струнки, наш музыкальный инструмент. Когда я сейчас говорю или когда вы говорите, вы можете ручки положить и почувствуйте, что там что-то вибрирует. Мы сейчас попробуем сказать «привет». Видите, там ничего не вибрирует, потому что мы говорим шепотом. Но для того, чтобы нам начать петь, сначала давайте немножко распоемся и поиграем. Сначала делаем такое упражнение. Руки достаем наши коготочки и делаем злую кошку. Говорим к-к-к. Еще раз. К-к-к. Еще раз. К-к-к. Отлично, дальше. П-п-п. Едет паровоз. П-п-п. А теперь к-п-т. Скачем на коне. Отлично. Дальше мы с вами летим, как жуки. Делаем так. Ж-ж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 . Теперь как ракеты. До самого верха. И улетели. Отлично. Теперь мы смотрим наверх, а наверху, на небе, у нас летит прекрасный большой самолет на голубом небе. И мы удивлены и делаем такой большой-большой рот и говорим «А-а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 -» И самолет медленно садится, и мы садимся вместе с ним. И сели вниз. Давайте еще раз. Прекрасный, красивый самолет. Медленно сел. Теперь мы с вами садимся на мотоцикл. Можно даже присесть на корточки. И делаем так. Заводим его. Чувствуете, у вас даже щекотно немножко губам становится. Поехали и едем на высокую горку. Забрались на гору высокую. Удивленное лицо делаем. Большой-большой рот. Ой, и маленькая. Как же мы? Страшно съедем с такой высокой горки. Маленькое лицо. Большое еще раз. Удивление. О, большая гора. Маленькая, страшно. Маленькое лицо. Как же мы съедем-то с такой горки? Но мы смелые люди. Мы садимся еще раз на мотоцикл и едем сверху вниз. Медленно, осторожно и аккуратно. И опять присели на корточки. Теперь садимся на мотоцикл и едем быстро вверх. Готовы? 3, 4. Забрались. Удивились? Испугались? Удивились? Большое лицо?
испугались, ой-ой-ой, страшно, и быстро-быстро, как молнии, едем вниз. Отлично, вставайте, а теперь мы с вами подышим, как драконы, потому что нам перед тем, как петь, нужно обязательно брать дыхание. И мы вместе с вами дышим, как драконы. Готовы? И выдыхаем. Отлично, давайте. Побольше пасть откроем. И выдыхаем. Очень хорошо. И еще раз. И выдыхаем. Чудесно. Ну, а теперь мы можем приступить уже к пению. Мы разогрели наш инструмент, наш голос, разогрели наше тело, и мы готовы. Я достаю свой микрофон, у меня он волшебный, расчесочный, и сначала я пою, а потом вы мне отвечаете. Начинаем с простого. И еще я буду показывать, так как я пою музыку, своими музыкальными руками. Если вы хотите, можете тоже свои музыкальные ручки достать и вместе со мной показывать. Привет! Теперь вы. Привет, привет, дети. Теперь вы. Привет, дети. Я Вера. Привет, Вера. Привет, Вера. Как дела? Теперь вы. Как дела? Хорошо. Хорошо. Садитесь, садитесь. И мы садимся, помните, мы садимся с вами с прямой спиной. Потому что когда мы поем, нам важно, чтобы воздух проходил, наполнял наши легкие, чтобы у нас звук шел красивый. И еще один такой волшебный момент. Когда вы поете, представьте себе, что у вас... Давайте вместе споем звук. Попробуйте так красиво его вытяните, чтобы звук наполнил вашу комнату или место, где вы поете. Давайте еще раз берем и прям звук вытягиваем. Вместе, поехали. У меня он полетел. Прекрасно. Давайте попробуем теперь пониже спеть. Отлично. А теперь попробуем самый-самый верхний звук. Чувствуете, как он вылетает у вас? Прекрасные звуки вылетают, заполняют комнату. И что еще нам нужно потренироваться? Это нам нужно уметь вместе заканчивать. Особенно если мы все вместе в хоре поем. И мы тренируемся делать это так. Делаем змею. У нас она змея ползет. Продолжайте делать. А я вам расскажу, что мы теперь ее должны поймать за хвост. То есть мы берем и внимание на меня. И раз! Поймали за хвост. Важно сделать это одновременно, потому что змея у нас большая, и мы все должны раз одновременно снять, одновременно ее поймать. Готовы? Глазки на меня. Еще раз. Делаем змею. И хоп! Отлично, прекрасно. А можно еще потренироваться и ловить звук А. Или, например, давайте сделаем новый звук И. И хоп! Отлично. Можно еще сделать звук «у» поймать, например. Давайте попробуем пониже. «У» поймали все вместе, никуда от нас не бежит. Отлично. То есть мы с вами что сегодня научились делать? Во-первых, разогревать тело до того, как мы начинаем петь. Второе, мы научились с вами дышать. Перед тем, как мы поем, нам нужно взять дыхание, как драконы. Мы научились с вами разным упражнениям. Давайте еще раз помассажируем наше лицо, потому что у нас должно быть лицо расслабленное. И помните, когда мы поем, если мы улыбаемся, у нас звук радостный, веселый. И мы нашей публике, и тому, для кого мы поем, и себе тоже доставляем радость. Поэтому улыбка очень важна, когда мы поем. И мы с вами научились красиво петь. Мы с вами доставали звуки «а», «и» и наполняли ими нашу комнату. И после такой распевки вы можете петь ваши любимые песни, и я уверена, у вас будет очень красивый звук. Хорошего музицирования! Я Вера Шатак, Лондон Мама. Можете найти меня в Инстаграме, на Ютьюбе. Хорошего музицирования и хороших песен всем! Пока! До новых встреч!